Новые электронные больничные будут оплачены напрямую работнику. Деньги на это, как и раньше, будут взяты из средств фонда социального страхования. В течение 7 календарных дней со дня оформления сумма уже должна поступить на счет в полном объеме. Выдаваться полис будет на основе данных, переданных работодателем в электронном виде в фонд соцстрахования. Сотрудникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Информацию о сумме назначенного пособия можно получить в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования России. Для входа необходимо использовать те же логин и пароль, что и для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг.